Можно ли возобновить рост новых яйцеклеток, если уже начался процесс менопаузы? Еще ни разу не видел такого, чтобы кто-либо каким-либо образом возобновил рост яйцеклеток. Насколько я знаю и насколько я помню из знаний, которые я получал когда-то по медицине, там было сказано о том, что ребенок рождается уже с определенным количеством яйцеклеток, и он необратимый. То есть одни дети рождаются у них одно количество, другие другое и так далее. Как их не растерять? Дело в том, что ряд яйцеклеток просто недоразвиты и недоразвиваются. Это связано, как правило, с неврозами и голоданиями. Поэтому чем проверить количество яйцеклеток? Проверяют это обычно антимюллеровским гормоном, смотрят количество яйцеклеток, которые есть там. Все это, если их мало, то тогда шансы есть. Если их вообще нет, то тогда шансов никаких. Можно ли сделать так, чтобы те, которые есть, развивались и были и могли помочь вам забеременеть и родить здорового ребенка? Можно. Есть препарат, называется Карунеш и Кинскит, который можно приобрести на сайте tibetan-formula.com.